Привет, друзья! Небольшое объявление для тех, кто хочет заняться живописью, хочет написать свою собственную картину, но не хочет тратить кучу времени на классическое обучение живописи. Я открыл на YouTube новый канал, посвященный он будет только одной живописи. На нем сначала разберем, что нужно, какие материалы, какие приспособления для того, чтобы начать писать. И сразу же перейдем к холсту, начнем писать свои собственные картины. Параллельно я буду рассказывать о принципах написания там натюрморта, портрета, пейзажа, всего чего угодно. Ну, еще раз скажу, что будем сразу заниматься на холсте. Не будем тратить времени на скучные лекции по академической живописи. На этом канале уже есть какие-то обучающие видео, но мы начнем с самых азов, с самого начала, постепенно усложняя задачи. Ну и, конечно же, буду отвечать на ваши вопросы. Буду делать видео именно по вашим заявкам, на темы, которые вы сами предложите. Прямо на канале будем все досконально разбирать, все до мелочей, общаться с вами. Ну и очень скоро вы сами сможете написать свою собственную картину, не тратя времени на многолетнее обучение. Такой канал очень хорошо подойдет для тех, кто не хочет как бы углубленно заниматься классической живописью, а хочет как бы вечерок скоротать и написать свою собственную картину. Ссылочка на канал будет внизу в описании. Подписывайтесь. Заходите, пишите. И начнем работать. До встречи!